Еще правее ехали. Да, по-моему, да. Ты вот там почти задевал это. А, да, этот пенек я задевал. Я вообще тормоз не держу тормоза, видишь, машина она понижена. Ну, блайн-бла, блокировка держит ее. Интересно, да, мы там... Аккуратно, не спеши. Не, я же понимаю, я все прекрасно понимаю. Ну, они уже доехали до низа. Вопрос в том, что мы же теперь вынуждены будем за ними ехать. Да, ну и две машины. Наоборот, хорошо, его будет видеть, куда ехать. Да не, в общем, за, они за нами, если вдруг что-то такое трапается. Да, то нам придется ждать. Хочешь лечь маме на коленочки? Подожди, солнышко, сейчас мы возьмем подушечку себе. Подожди, давай на лапу. Самое страшное, вот не страшное, вернее, то есть 45 градусов опрокидывания у машины. Но у тебя уже на 30 просто все отрывается, то есть ты просто уже готов. Не, они поехали кататься, отлично. Клади ножки на север. Вот там туда мы тоже проезжали. И головка ложись маме на подушечку. Эти на Сузуки поехали, они на Невке поехали туда. Тебе так удобно? Ты как-то совсем. Да не, там, по-моему, вторая дорога. Никакой второй там дороги нет. Ты что думаешь, что тут проспект везде, там и там можно проезжать. Хорошо. Одна дорога, которая более-менее еще поддерживается, чтобы туда заехать. Там дальше лагерь, и туда, ну, теоретически летом можно дальше проехать, там родник, озеро. Ну, я посмотрел, вон там справа, там все, там глина. И когда такая вот, ну, когда мокро, то есть там все, только на лебедке. Я время. Включено лежишь совсем. Там слышишь, Юр, где-то остановишься. Там, мне кажется, не особо есть место. Что ты хочешь остановиться? Да, этот, вычистить, там свидетель регистратора помесь. А перед спуском, да, если ты закончишь, это перед тем спуском. Спускаться, не знаю, казалось, обычно всегда страшнее, но вот сейчас... Надо было мне вот там встать. Да не надо, не ходи. Я могу вернуться? Нет. На видео, я серьезно, на видео будем смотреть. Ну, сейчас. Что, где я тут на этой самой проеду, на Афе есть. Конечно, попьем, родная, конечно, попьем. Все, хорошо. Ну, поехали. Ложись, тебе ж так удобно. На подушечке. О, боже, точно мы по этим ужасным камням. А куда я на кудочке? Да, ты лежишь.
ляжешь и на кофточке, и на подушечке. Лежи, лежи. Тут сейчас будет просто шатать сильно. Дорога плохая. Дороги нету. Как это нету? Ну, потому что нету. Личная дорога. Ну, ездят же машины как нету. Ну, да. Причем машины проезжают, мы тут разминаемся слева, вправо. Да, да. Сверху, там снизу. Справа камень, бери левее еще. Чтоб не порезать колесо. Поехала дальше, на Сузуки поехали вниз, насколько я понял.
защита. Самое низкое место в машине спереди. Водички. Все, Наташ, не страшно? Просто дыхание сперло, она ответить не может. Не, если тут разогнаться, сразу на второй стрельбе. Не, не, не надо. Не, ну, это я убью машину. Он ручей вряд ли. Не, я думаю, что когда жаркие эти самые высыхают. Пыля, сухо, да. Не, пыляки вряд ли. Для пыляки нужно 100 машин, чтобы прошло туда обратно. Это был мой.